Доброе утро, девчонки. Собралась в магазин. Закончилась бытовая химия. Пойду пройдусь. На улице дождик. Неуютно. Ну и неудивительно. 16 февраля. Смотрите, девчонки. Подснежнички. Ну вот, девчонки, я вернулась. Набрала того сего. Сейчас вам все покажу. Вот начнем с такого средства. Вот вам всем видно. Для мытья полов. 35 гривен литр. Это новое. Попробуем, как оно себя покажет. Такое средство. Очень нравится вот такое Galaxy. Я беру постоянно. Мне очень нравится. Хорошее средство. Замечательное. Такое средство. Сейчас вам скажу. Не вижу. 52,40. Силанчик еще взяла. Поласкиватель. Большая бутылочка. Ну, такое для посуды с глицерином. 15,50. Такое средство. Это для посуды. Вот такая акция. Вот две штучки. 30 гривен 2. Это для стекол. Окна. Зеркала. Помоем здесь. Одну возьму запасочку с собой на дачу. Там окна большие, огромные. И хватает. Надо помыть там тоже окна. Зашла. Это все средства я брала в складе чистоты. Склад чистоты. Такой магазин у нас. Зашла еще вот для дачников. Магазин Агроном. Селитры вот мне надо было. 25 гривен килограмм. 2 килограмма. Цветочки там у меня же на даче. Надо будет все подкормить. Вот такие вот две пачечки взяла. Это Максим. Это для обработочки гипиаструм. Это такое луковичное растение. Очень красивые цветы. Вот видите, фунгицид. Нужно мне будет обработать. Вот такой еще взяла. Мох сфагнум. 11,50. Для чего такой мох? Специально вот взяла бутылку показать вам. Вот для чего. Смотрите. Вот для чего. Полная бутылка орхидей. Орхидеи маленькие. Деточки. Разрежем бутылочку. Это я цветонос в прошлом году. Прошлогоднее цветение. Поставила цветонос. И вот 4 деточки наросло. Разрежем бутылочку, достанем. Кто с корнями, посадим сразу в кору. А кто без корней, вот взяла такой мох, увлажню мох, обмотаю деточку, постараюсь, чтобы она там корешочки дала. Ну, попробуем, девочки, все покажу. Должно все получиться. Еще вот такую штучку себе взяла. Как же ж, чтоб себе ничего не прикупить. 35 гривен. Вот сейчас посмотрим. Вот такая штучка. Это вы поняли, для сока.
смотрите, такой стаканчик, стаканчик мерный. Смотрите, здесь есть деление. Отлично. Вот, девочки, с такими покупочками с вами поделилась. Работы себе набрала. Сейчас попробуем такое средство на кухне. Помою полы. Будут блестеть. Спасибо, девочки, что вы со мной провели это время. Всего вам доброго. До свидания.